Уже на протяжении 10 лет каждое лето вожатые Центра молодежных инициатив выходят на детские площадки, такие в городе 7. На площади Юбилейная, у 9 и 7 школы в Театральном сквере, в 14 микрорайоне у Катка, в 16 микрорайоне рядом с 27 домом и в 10 микрорайоне у магазина «Комета». Сначала вожатые приходят в Центр молодежных инициатив в 2 часа, и они здесь 2 часа готовят интересную программу для детей на площадках. Чем их заинтересовать? Игры, кроссворды, квесты и так далее. Очень много интересного они готовят, чтобы детям было интересно на площадках в течение 2 часов до 6 часов. За полмесяца местная детвора уже настолько привыкла к вожатым, что теперь каждый день стараются приходить на площадку пораньше, чтобы не пропустить интересные занятия. Они очень рады, когда мы приходим. Некоторые дети нас уже запомнили и ждут нас. Даже спрашивают наше расписание, и мы им, некоторым детям, дали его. Данил Сазанов вожатым работает впервые. Признался, что ему нравится играть и общаться с детьми. Это увлекательно, да и самому интересно. Каждый день придумывать разные занятия и подвижные игры. В данный момент сейчас дети рисуют. За это они получают очки какие-то. И в дальнейшем будут вдаваться призы, кто часто посещает такие мероприятия. На площадках подростки будут работать все лето, ежедневно с 4 до 6 часов вечера, но только при благоприятной погоде. Мария Сираева, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».